6 лет общего режима. Впервые в истории Шушенского заповедника пойманный браконьер получил реальный срок. Я не буду говорить последствия слова. В связи с чем? В связи с присутствием видеокамеры. Чем это вас смущает? Чем? Да. Испытываю дисбаланс. Экспозиция на старых окнах. В Енисейском педагогическом колледже открылась выставка о судьбах ссыльных. После открытия выставки очень хочется продолжить. Как раз ответом была бы помощь. Проверили логику и мышление. И сосибирцы приняли участие в интеллектуальной игре «Брейн Ринг». Вопросы очень интересные, требуют разноплановости, обширных знаний. Ну, это интересно. Еще нет и полудня, а на пляже, прозванном в народе детским, уже многолюдно. Впрочем, ничего удивительного. Столбики термометров тянутся к отметке в 30 градусов в тени, а на солнце и вовсе настоящее пекло. Среди загорающих немало взрослых, и все же основной контингент отдыхающих вблизи водоема – коротающее время на каникулах дети. Несчастные случаи на водоемах, к сожалению, происходят из года в год. И в первую очередь обезопасить своих детей от них – обязанность взрослых. Например, 15 ребят из Зеленогорского детского дома пришли искупаться и позагорать в сопровождении сразу двух сотрудников учреждения. Мы стараемся в жаркий день, конечно же, в первой половине дня ребят привести на водоем. Ну, конечно, чтобы они тоже лето ощутили, правда же, как, что такое лето без воды. Перед тем, как выходить на водоем, проводим инструктаж, хотя ребята, конечно, уже часто ходим, они все знают, и тем не менее, всегда проговариваем, что и как вести себя, можно ли нырять или нет. Ну, это элементарные вещи. Ну и, конечно же, все время следим за ними, все время следим, что это дети, им хочется делать то, что нельзя, чаще всего так. Самое главное правило эти ребята знают точно. Не входить за буйки, если не умеешь плавать. Ну, и то, если разрешат, то сопровождение взрослых. А, ну, одним маленьким детям нельзя. Каждым летом в пляжный сезон в организованных местах для купания выставлены спасательные посты. В составе два матроса-спасателя и медицинская сестра. Их задача неукоснительно следить за строгими, но обязательными для всех правилами. Так, на пляж не допускаются без сопровождения взрослых дети до 14 лет. Как отмечает медицинская сестра с 8-летним опытом работы на пляже, нередки случаи, когда приходится делать замечания и родителям. Бывает так, что ребенок в воде, родители здесь, то ли в наушниках, то ли в игре в какой-то, не смотрят. Ну, в основном вот как бы к родителям. Тут-то мы смотрим, которые дети за 14 приходят, купаются. А в основном вот дети, которые до 14. Вот замечание просто делаешь, что за буйки не заплывайте. Папа пришел и говорит, да он у меня там уже имеет разряд по плаванию. Какая разница, правила есть, правила за буйки не заплывать. Также медики рекомендуют обязательно надевать головной убор. Он поможет избежать солнечного удара и не забывать брать с собой воду. Отдельная тема – люди в алкогольном опьянении. Таких, как правило, тянет искупаться, что строго запрещено. Тем, кто не реагирует на замечания спасателей, приходится объясняться уже с полицией. Другое правило, которое зеленогорцы игнорируют – купаться можно только в официально разрешенных для этого местах. В городе это детский пляж и пляж в районе 6-й пожарной части на Дальнем карьере. Но несмотря на то, что пляж в районе 176-й школы пока официально не открыт, и там немало желающих скоротать время вблизи водоема. В Железногорске установят два новых остановочных павильона на Восточной 1 и остановке Родина. Горожане давно просили об этом администрацию. Но из-за сложного рельефа установка откладывалась не один год. После того, как техническое решение было найдено, специалисты КБУ приступили к монтажу. Появилась подпорная стена со стяжками и монолитная железобетонная подушка под основанием павильона. Понятно, что здесь рельеф не позволяет, здесь требования не позволяют, но однако можно, ну, проведя определенный набор там строительно-монтажных работ, то есть эта проблема была решена и найдено, точнее, техническое решение по установке павильона с соблюдением требований ГОСТа. Ну, это не совсем стандартная задача, ну, как бы глава сформулировал проблему, мы в течение там 2 недель ее решили. Монтаж объекта начался по поручению главы Железногорска Игоря Куксина, сообщили пресс-службе администрации. Работы по монтажу и благоустройству завершатся здесь в ближайшее время. Следом начнут устанавливать павильон на Родине возле муниципального архива. Сейчас специалисты КБУ ищут технические возможности оборудовать площадку. Завершить работы планируют к середине июля.
Конвой доставляет в здание Ермаковского районного суда жителя села Верхнеусинское. Он обвиняется сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Незаконной охоте, рубке лесных насаждений, изготовлении и приобретении оружия и боеприпасов, а также в приобретении и хранении наркотических средств. Я не буду говорить последнее слово. В связи с чем? В связи с присутствием видеокамеры. Чем это вас смущает? Чем? Да. Испытывает дисбаланс. То есть просите удалить? Да. Браконьера задержали в октябре 2018 года на территории заповедника Саяно-Шушенский в результате совместной операции, участие в которой приняли государственные инспекторы из заповедников Столбы и Хакасский, природного парка Ергаки и национального парка Шушенский бор. Взаимодействовали инспекторы и с органами полиции. На протяжении недели на территории заповедника работали несколько разыскных групп. Дело в том, что все знают, что площадь заповедника – это огромная территория. Второе – это очень сложный рельеф, где можно просто, грубо говоря, спрятаться за деревом. Человек пройдет в метре от тебя, и ты не будешь понимать, кто здесь и кто рядом. Поэтому многодневные засады, многодневные переходы. Только таким способом можно решить такие проблемы. О том, что в заповеднике орудуют браконьеры, инспекторы поняли давно. Его не раз видели и на изображениях фотоловушек. Но когда нарушителя наконец поймали, выяснилось, что он не только добывал незаконно кабаргу, но и обустроил свое браконьерское логово. Спилил в особо охраняемой природной зоне 26 лиственниц и 3 кедра. Начал строить избу. При задержании, среди прочего, были изъяты бензопила, петли для незаконной охоты, целый арсенал оружия, 4 железы кабарги. Мускусная струя этого животного пользуется особым спросом. Одна единица может стоить до 1000 долларов. Ущерб, причиненный заповеднику, составил более 1,5 миллиона рублей. Злоумышленника осудили на 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. За всю историю борьбы с браконьерами на территории заповедника Саяно-Шушенский это первый случай, когда нарушитель закона получает реальный срок. В Красноярском крае продолжается трудовое лето, к которому уже присоединились более 7 тысяч ребят от 14 до 18 лет в разных городах и районах края. Во время каникул подростки реализуют социальные проекты на разные темы, такие как экология, поддержка пожилых людей-инвалидов, информационное сопровождение молодежных инициатив. Также школьники занимаются благоустройством и озеленением, работают в учреждениях социальной сферы. В свободное время старшеклассники посещают концерты и экскурсии. По окончании работ подростки получают заработную плату от работодателей и материальную поддержку со стороны службы занятости населения. В Норильске прошел большой уличный фестиваль еды. Его посетили 34 тысячи человек. Десятки поваров прямо под открытым небом угощали гостей кулинарными изысками. В первую очередь на столе были блюда северной кухни. Специалисты показали и рассказали, какой разнообразной и вкусной она может быть. Продегустировать предлагали все виды деликатесов – от шурпы до итальянских панини с мясом северного оленя. В программе фестиваля были и лекции от столичных шеф-поваров, и советы диетологов. На мастер-классах норильчанам показали рецепты блюд, которые помогают организму оставаться молодым и здоровым. За хорошее настроение отвечали артисты местных и столичных театров, которые устроили для гостей конкурсы и розыгрыши. На зеленой, пока еще искусственной поляне развернули уличный кинотеатр, а со сцены звучала популярная музыка. Но у нас на крайнем севере хороших дней, теплых, солнечных, когда норильчане могут отдохнуть, очень мало. А что делать в остальные дни? Вот это правильное решение, что мы все остальные дни, не летние, занимаем праздниками. Праздников тоже мало, но это же в наших руках, да? Сделать очередной хороший праздник, на который придут люди. Кто-то из них был счастлив. Он смог раздвинуть границы этих окон, границы этих сдерживающих факторов до собственного счастья. Кто-то не сумел, кто-то так и остался в чужеродине. В Енисейском педагогическом колледже открылась выставка. Ее автором стала преподаватель учебного заведения. Ирина Моисеева свою экспозицию посвятила ссыльным временам. Енисейск с самого основания был местом, куда зачастую отправляли неугодных власти людей.
Основными экспонатами выставки стали настоящие окна из домов, где жили ссыльные, их письма и предметы быта. Выставка замечательная. Честно говоря, эта идея об окнах витает, ну, я думаю, что и в педколледже давно, и в музее тоже. Уже после присутствия здесь, вот, после открытия выставки, очень хочется продолжить. И как раз ответом была бы помощь в продолжении этого проекта. Ну, она очень молодая, профессиональная. И с точки зрения, что у нее материал качественный и подано очень хорошо. Все желающие могут ознакомиться с экспонатами выставки еще весь июль. В Лесосибирской городской библиотеке прошла игра «Brain Ring» для горожан старше 18 лет. Провести такой турнир интеллектуальному клубу «Игры разума» позволила победа в грантовом конкурсе социальных проектов. Мы выставляем свою команду на клуб, на Кубке губернатора Красноярского края. Мы участвуем в Енисейской знати. И, конечно, проводим свои городские турниры. Это летние, весенние, осенние, зимние фестивали. Проводим различные квизы, игры, квесты. Ну, в течение 3 лет уже невозможное количество игр у нас прошло. За 3 тура участникам необходимо было набрать максимальное количество очков для победы. В игре участвовали 7 команд. Некоторые – это сотрудники администрации города, центральной библиотечной системы и ККСО. И просто сборные, которые пожелали блеснуть интеллектом. Раз участвовать в подобном и пришел как раз, чтобы немного из зоны комфорта выйти, получить новый опыт. Вопросы очень интересные, требуют разноплановости, обширных знаний. Ну, это интересно. Мы поддерживаем интеллектуальный клуб, который существует в библиотеке «Игры разума». Это для нас большое событие, что в городе он существует, что наши игроки имеют возможность, юные, прежде всего школьники, участвовать в краевых турнирах. Наши команды выезжают на кубок губернатора Красноярского края, юные студенческие команды. Ну а кубок «Жара» – это для всех желающих, те, кто собрал команду и решил провести приятно свой досуг. Brain Ring – это игра не только на знания, но и на сплоченность команды и быструю реакцию для принятия решений. Поэтому, играя в нее, можно приятно провести свой досуг и повысить уровень своих знаний.